пришлось прерваться. Приехала женщина, продает кабачки. Я у нее заказывала. Вот за этот ящик кабачков я заплатила 300 рублей. Ваня, будем кабачковую икру варить? Да. Вкусная, да, она? Угу. Да, ты любишь. Ладно, все, идем дальше снимать распаковку школьных товаров. Так, продолжаем. На чем останавливаюсь? Купили 3 литра молока. Машенька, уберите, пожалуйста, это хорошо. Давай дальше. Вот такую вот штуку взяли. Биг Бон какая-то. Дальше рулетики деткам по 18 рублей взяли. Еще есть конфетки? Давай. 3 упаковочки разных конфеты взяли. Пчелка. Тихо, Маш, подожди, не шурши. Потом вот эти вот желейки. И вот такие коровку. Они очень любят со сливками. Давай дальше вот так вот просто. Дальше, ребята, фикс прайс, как я уже говорила, завезли вот такие вот предметные тетради. По 18 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Тихо, Ваня. И там только надо в стопке копаться. Там разные предметы есть. Если кому-то надо, то смотрите. Я взяла вот русский. Так, русский вот взяла. 3 тетради география, тут 2. История. Подожди, Машенька, подожди. Русский еще одна. Еще одна русский. Короче, русского я больше взяла. Еще русский. История. Вот к истории убираем. Опять история. Литература. Литература. Вот такие вот предметные взяла пока. Потом дети решат, какие им еще надо. И вот такие вот поштучно тетради, по-моему, по 11 рублей, что ли, в линеечку взяла 10 штучек. Тут идет 18 листов. Вот такие вот однотонные взяла. Дальше ребятишкам хлеб, ой, булочки. Потом хлеб и пирог с капустой. Вот такие вот в целом у нас все покупки были. Школа, домашнее и всякое такое. Если понравилось, то ставьте лайки. Тут уже Василиса пришла проверить, что она одобрит, что она не одобрит. Да, Вася? Скажи, что можно ребятишкам? Не, ну салфетки-то это вообще, конечно, да? Бомба просто. Да, Василис? Ну это еще, да. Да, правильно. Так, булочки тебе нельзя, ты потолстеешь. А, ну ты одежду не проверила, Вась? Смотри, одежду не проверила. Смотри, Вась, шнурок. Шнурок. Чё? Чего ты смотришь на меня? Нельзя, да, Машину? Как Светин пиджак, так ты била. А как Машины брюки, так ты не хочешь трогать. Ну ты вообще, конечно, Василиса. А, на рюкзак. Ей рюкзак понравился. Рюкзак. На рюкзак сейчас нападет. Там на рюкзаке муха ходит, и она сейчас на рюкзак нападет. Жопой крутить. Ну ладно, дорогие друзья, вот такие вот у нас были покупки. Пишите, что еще думаете, чего еще ребенку не хватает. Мы обязательно учтем ваши моменты, комментарии и пожелания. Если вам понравилось, то ставьте лайки. И всем говорим пока-пока. Что я сегодня вообще что-то ничего не делаю? Дорогие друзья, как вы поняли по видео, я сегодня ездила в Соликамск. Ездила за продуктами, так, за кое-чем. Ну, первое, что я покажу из покупок. Отсадник для рыб взяла. И пару рыбок купили. Несколько рыбок тут в пакетике у меня. Сейчас буду попозже их пересаживать, пока они у меня тут лежат. Дальше. Я уже не первый раз показывала, что я покупала вот такие вот себе бельевые корзины. Но мне их не хватает по жизни. Поэтому я купила себе еще одну. Крышка открывается. И сейчас будем потихоньку буду доставать и показывать, что уже в этой корзине у меня лежит.
Ну, первое, это вот такие вот сушки. Детям я когда в тот раз брала, им очень понравились. В этот раз взяла две упаковочки. Дальше. Вот такие вот любимые конфетки у моих детей, жевательные. Дальше. Палка колбасы. Палка. Батон колбасы. Ребят, батон. Дальше. Плавленый сыр с беконом. Вот такую баночку взяла одну. Деткам взяла вот такие вот мампансье. Одну баночку тоже. Ну так, чисто на пробу для интереса. В тот раз брала вот такие вот лапша домашняя для лагманов. В этот раз опять взяла ее. Причем взяла три упаковки, ребята. Три упаковки, видите, взяла. Чтобы дома, пускай призапас будет. Хоть у меня макарон дома и много, но решила, пускай будет призапас. Запас никогда не помешает. Потом взяла вот такие вот еще. Видите, как крендельки. Дальше кусочек сыра взяла. И вот такие вот колбаски взяла на пробу. Мы ни разу такие не пробовали. Сейчас я спущу корзинку, чтобы она мне не мешалась. Видите, вот такая вот большая. И скидаю пока сюда вот печеньки, да что, чтобы не мешались. Потом все это уберем с вами. Чтобы на столе сейчас это ничего не мешалось, и мы все уберем. Пока сюда, а потом я разберу. Так, дальше. Кашколи. Что я... Кашколи у меня покупок будет, ребята, много просто. Гуашь. 12 цветов. Дальше. Достаем пакетики. Ой, тут как-то уже неправильно ребенок потянул и неправильно открыл. Ну, сейчас мы раскроем. Так, сейчас пакет открою и вернусь к вам. Так, дорогие друзья, ну... В первую очередь взяла прокладки. Многие пишут: Настя, куда тебе столько прокладок? Вы не забывайте, что у нас девчонок много. Это не стыдно нисколько. Дальше взяла вот такой черный перец горошком. Для засолки мне нужен будет. Дальше деткам взяла вот такой вот какао. Увидела гречку по 60 рублей. Была, вот взяла несколько пачек. Дальше взяла вот такое вот сухое молоко на пробу. Никогда такое не брала, попробуем. Где-то кушать приготовить или что-то еще. Три бишпакета. Дальше вот такое вот какао тоже деткам взяла. Детки у меня какао очень любят пить. Еще один батон колбасы. Еще один батон колбасы. Три батона, короче говоря, колбасы. Ну, вот вместе с этой, да? Дальше. Потом у меня заканчиваются крышки для консервирования. Я взяла целую упаковочку крышечек. И также взяла еще консервная рыба. Сельдь. Три баночки. Три баночки. Так, сейчас сюда пока все уберу. Дальше. А где еще? А, в контейнере там. Покажу вот это вот. Взяла Ване вот такую большую машину. Давно хотела. Светофория, она стоит 300 рублей. 300 с чем-то там. Поэтому взяла, ребят. Да, я знаю, что вы мне напишите: Настя, зачем? Ну, ребенку вот первая его будет большая машина. Дальше. Пакет сейчас раскрою. Купила себе вот такой зеленый чай. Люблю зеленый чай. Это с цитрусовым. Зеленый чай с цитрусовым. Большую пачку взяла. Дальше вот такой вот чай с чабрецом и лимоном. Уже ложить некуда. Дальше. Ежедневные прокладки. Большая пачка. Но я вам говорила, потому что у меня девчонок дома много. Дальше, ребята, будет все канцелярия. Вот таких вот тетрадок. Они идут на 12 листов. В линеечку взяла 20 штучек. Вон сюда позже. Дальше. Вот такие вот тетрадки толстые. Взяла целую упаковку. Здесь на 96 листов. Тут целую упаковку. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек. Дальше. На 48 листов взяла упаковку. Тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штучек в упаковке. Тут тоже разных расцветок тетрадки. Дальше.
Еще одну упаковку тоже на 48 листов. Тоже целую взяла упаковочку. Дальше. Обложки для тетради взяла. Раз, два, три, четыре штуки. Вот такая вот канцелярия. Сейчас все уберу и вернусь к вам. Так, следующая моя покупка была, это вот такие вот три контейнера, но два я там дала подруге, мы в них сегодня курей везли, потому что мы не нашли коробки и в контейнеры положили. И остальную вот в третий дома. Сейчас все уберу со стола и вернусь дальше. Так, ребят, следующая моя покупка, это вот такие вот макароны, упаковочку взяла. Тут 3 килограмма. И купила я свинину. Распечатывать не буду, но вот видно тут, что мясо там внутри. Это вот свинина на 1500 взяла. Я не жалею, что я взяла на такую сумму большую. Но это небольшая, это маленькая для моей семьи. Тут с ребрышками все разберу и сделаем. Сейчас переоденусь. А, еще, ребят, забыла показать. Порошок на 9 килограмм. Еще сахар взяла. Да, кстати. Взяла еще сахар. Мы там заезжали в несколько магазинов, не были. Заехали потом, как же называется магазин? Не помню, как, ребята, называется. Но там по 55,90 за килограмм. И я взяла тут на 500 рублей сахар. Все, ребят, вот такие вот все у меня все покупочки были. Пишите, что вы думаете об этом. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если интересно, оставайтесь с нами. Всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока.